Добрый день, дорогие дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы проходящей, прошедшей недели. С гостями нашей передачи я хочу их сразу же представить. Сегодня наши гости — Иван Денисов, американист, историк, политолог. Иван находится сейчас в Москве. Иван, приветствую вас. Здравствуйте, как всегда, очень благодарен вам за приглашение. Взаимно, Иван. И второй гость нашей программы — Алексей Никитин. Алексей у нас уже так же, как и Иван, был в программе. Он замечательный романист, писатель, находится сейчас в Киеве. Алексей, приветствую вас. Добрый день, очень рад. Алексей, прежде чем мы обсудим темы нашей программы, я бы хотел, чтобы вы в двух словах рассказали, в какой ситуации вы сейчас выходите в эфир. В пятницу летели ракеты на Киев, на ряд областей. По-моему, там больше 70 ракет было запущено. В результате Киев оказался без электричества, без отопления, насколько я понимаю, и вот проблемы с телефонной связью. Где вы сейчас находитесь? Иными словами, в каком месте вы сейчас держите рукой телефонную трубку? Да, ну, все немного восстанавливается, но проблемы с мобильной связью еще есть. Я сейчас спустился в киевское метро. Вот, оно используется, в частности, как укрытие. Здесь приличный интернет, здесь светло, тепло. Я сижу в поезде метро, в вагоне, вот тут никого нет, и вот таким образом я могу общаться. Вы в вагончике метро, вагон никуда не едет, да? Да, то есть... да, прям в пустом вагоне метро, который стоит. Стоит он вагон. Он никуда не едет, он просто стоит на станции, да, пустой вагон метро. Ну, пустой поезд метро, и я в вагоне. А какая сейчас погода там, за пределами метростанции? Ну, не зверски холодно, но, конечно, ну, около нуля, то дождь, то снег, то есть безумных минусов нет, но, конечно, зима, да, такая, как она обычно в Киеве. Ну, на это, видимо, расчет Путина. Все-таки в районе нуля это очень бьет по семьям. Это понятно, это крайнее неудобство, это дискомфорт. Я, насколько понимаю, не только в Киеве такая ситуация, но и, ну так, шире надо брать, в Киевской области. Мы сейчас только говорим вот об этом районе. Да, в общем-то, и по всей стране, потому что, конечно, удары наносятся не только по Киеву, по всей энергосистеме, так что да, по всей стране такая ситуация. Но метро сейчас тепло, да? Вы находитесь в таком более-менее... Да. Замечательно. Тепло, светло, нормальная связь. Окей. Ну что, давайте тогда начнем нашу программу со следующей темы. Очень любопытная тема. Власти Белоруссии заявили, что возвращают на места постоянной дислокации войска, которые находились на границе с Украиной. Но при этом накануне белорусская власть объявила срочную проверку боеготовности своих сил. Ну, насколько можно понять, в Украине призывают не делать поспешных выводов. Там утверждают, что Минск намеренно нагнетает ситуацию на украинско-белорусской границе. Иван, вам слово. Насколько можно вообще всем этим вещам доверять? С одной стороны, мы обсуждаем, как нам усилить присутствие. С другой стороны, мы отводим от границы. Лукашенко может пойти на то, чтобы стать на сторону слабого сегодня, я говорю о путинском режиме, и призвать белорусов воевать против Украины? Лукашенко, конечно, в очень сложной ситуации. Но у меня к нему сочувствия нет, потому что на него давление идет постоянно и давнее. Совсем недавно Шойгу его навещал, как вы помните, якобы тоже проверять боеготовность, слаженность и так далее, и так далее. И понятное дело, что для Путина втягивание Беларуси в это вот безобразие, это, конечно же, будет очень большим достижением.
Потому что можно сказать, посмотрите, какие плохие украинцы, они вот еще и белорусам мешают, даже вот белорусы не выдержали и пошли туда же с ними воевать. И к тому же для Путина это возможность оттянуть как угодно, следующую волну мобилизации, которую он уверяет, что не будет, но мы все понимаем, и обозначить вот такой союз с братским народом Беларуси. Так что ему это очень нужно. Для Лукашенко это, наоборот, будет, скорее всего, катастрофой, потому что Белоруссия поменьше, чем Россия. В Белоруссии более активная протестная деятельность, несмотря на все усилия Лукашенко. И он прекрасно понимает, что если он соглашается, то командовать будут российские генералы, а российские генералы будут белорусские части бросать в самое пекло. Потому что будут заинтересованы, естественно, в том, чтобы своих сохранить, а белорусов не жалко. И когда Лукашенко окажется в такой ситуации, то власть его будет под очень-очень большим вопросом. Да и сам образ такого усатого колобка, который от Путина ушел, от НАТО ушел, от всех ушел, он, конечно же, развалится. И окажется, что это не самостоятельный лидер, а просто путинская марионетка. А тогда ему придется очень-очень нелегко. Белорусы ему такого не простят. Даже те, кто сейчас ведет себя относительно спокойно. Алексей, а что говорят в Украине по поводу всей этой деятельности? Ну, надо сказать, что ведь так или иначе Лукашенко все равно присутствует в этой войне, поскольку он предоставил территорию Российской Федерации. Там расположены войска российские и так далее, вот какие-то аэродромы. Но он всячески оттягивает этот момент, когда он в войну вступит, когда начнут погибать белорусские солдаты и офицеры. А сейчас речь идет о том, что он отходит от границы, при этом идет проверка боеспособности. Вот чему здесь верить? Что говорят в Украине? Лукашенко, безусловно, уже участвует в войне. Участвует даже не только аэродромами и теми возможностями, которые он дает путинской армии, но и своей промышленностью. Потому что многие предприятия, тех типов, которые были уничтожены в России, в Беларуси сохранились. То есть подшипники, по-моему, сейчас производят только Беларусь для России. Белорусские текстильные швейные предприятия шьют форму для российской армии и так далее. То есть это, в общем-то, это, конечно, аргумент для Лукашенко в том, чтобы не участвовать в войне войсками. Но не такой аргумент. То есть он на самом-то деле уже давно не свободен. Не свободен, в смысле, не свободен. Если скажут надо, то куда же он денется? Но ему давно говорят, уже надо. Вот только что Иван вспомнил. Ну, еще не так строго сказали, видимо. Посмотрим вот из диалога. Иван вспомнил 3 декабря Шойгу, он прибыл в Белоруссию видимо, да. Как-то там осматривал все. Да, мы прекрасно помним несколько встреч между Лукашенко и Путиным. Лукашенко с Путиным встречались. Явно совершенно Путин пытался на него давить. А Лукашенко, ну так вот по жизни, он, видимо, человек ушлый и очень опытный как политик. Наверное, сейчас трудно назвать, в принципе, трудно назвать человека, который бы столько десятилетий руководил страной. И в данном случае он уходил от многих, как колобок, вот вы говорите, да? Сейчас выступит на стороне слабого, а Путин войну проигрывает. Наверное, для Лукашенко это, то, что в кошмарном сне. Как вы считаете, Алексей? Задача Путина показывать и Лукашенко, и всем потенциальным союзникам, партнерам, что он не такой уж слабый. То есть, собственно, именно по этой причине и происходят вот эти ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры, что мы можем. А если появятся иранские ракеты, или когда появятся иранские ракеты, то
у него добавятся возможности. То есть его задача показать, что он не слабый. Вот, всем Лукашенко в том числе. Ну, Иван, как вы считаете, все-таки додавят Лукашенко? Есть разные предположения специалистов по этому вопросу. Мне сложно сказать, потому что логику какую-то отслеживать в действиях путинского режима и режима Лукашенко, ну, можно, конечно, но она абсолютно извращенная. И с трудом поддается пониманию. Естественно, мне очень хочется надеяться, что нет, потому что это будет означать еще больше жертв, еще больше разрушений, ну и, вы сами понимаете, еще большее укрепление путинского режима, не лукашенковского, кстати. Но я все-таки надеюсь, что хитрость Лукашенко, не знаю, какая, как ее можно называть, она верх возьмет, и он как-нибудь отвертится. А уж потом с ним разберутся свои же, на что мне тоже хочется надеяться. А как вы считаете, вот Лукашенко, он внутренне, но исходя из того, что он уходит все время от вот этих давлений и так далее, он внутренне понимает, что он имеет дело с ополоумевшим диктатором, который не всегда понимает вообще, что говорит. Кстати, вот на этой неделе Путин, мы это обсуждали в пятницу с нашим украинским корреспондентом, заявил, что Россия, она будет ведущей страной в области IT-технологий. И вот здесь трудно понять. Путин вообще понимает реальность того, что происходит, когда идут какие-то чипы из Китая, когда он закупает какие-то там дроны, ракеты в Иране, говорит о технологиях Северной Кореи и так далее. И мне кажется, что вообще огромное количество российских айтишников, кто смог, просто сбежал из России. С какими силами он собирается поднять Россию на ведущую, как ведущую страну в области IT-технологий. Такое впечатление, что он или заговаривается, или абсолютно не понимает уже реальности. Иван. Ну, мы что ж с вами не раз обсуждали, что последнее высказывание Путина – это скорее для психиатра, ибо либо абсолютная бессмыслица, либо самоуверенное заявление, которое к реальности не имеет никакой связи, так как сам же Путин и компания сделали все, чтобы за этот год более-менее думающие люди именно из IT-сферы отсюда бежали очень быстро. В феврале это началось, в сентябре этот отток еще более усилился. И кто будет поднимать IT-сферу? Китайцы те же самые? Ну, я могу себе это представить, но тогда это будет уже не Россия, да, а провинция Китай. Поэтому Лукашенко-то, я думаю, он с ним общается, с Путиным постоянно, и имеет некоторое представление о том, кто это такой. И что связываться с человеком, который сколько там еще просидит, непонятно, но который деградирует на наших глазах и, к сожалению, за собой тащит страну и наносит огромный ущерб стране соседней, это Лукашенко осознает. Но он слишком сильно привязан к Путину. И хотя вот он изо всех сил отбивается, потому что если он будет повязан с Путиным еще и кровью, то, что происходит сейчас, да, он соучастник, но еще не настолько. Вот это для Лукашенко уже будет тем, откуда ему на обратной дороге не будет. Поэтому он, я полагаю, все-таки еще сопротивление продолжит. Ну, кстати, вот эти заявления, не знаю, как их назвать, да, в традиции, кремлевские мечтатели, а вот то, что говорит Путин, мы станем ведущей страной в области IT-технологий, это он говорит на этой неделе, когда, кстати, на этой неделе очередной 9-й пакет санкций принял Евросоюз, когда Россия сегодня однозначно изгой и пария, она, в общем-то, отрезана от массы потоков, включая и денежные, и банковскую систему и так далее, о чем речь?
речь, какие IT-технологии, с кем главное. Я вспоминаю, я как раз говорил, вот в пятницу в 89-м году я уехал, примерно из Советского Союза, а примерно в 87-м году, во времена перестройки, Михаил Сергеевич Горбачев, он выступал, и я сидел с приятелем у телевизора, и он говорит, мы должны стать законодателями мод в автомобилестроении. В 87-м году с запорожцами, с москвичами, с этими ладами. Вот. И как-то вот тоже такой кремлевский мечтатель. И я с приятелем посмотрели мы друг на друга и говорим, ехать надо, отсюда надо ехать, уезжать. Ничего не получится с такими руководителями. Заявление руководителей Советского Союза, заявление сегодняшнего руководителя Российской Федерации, это за пределами уже, не знаю, просто реальности. Они живут, видимо, в каком-то другом мире, и, к сожалению, при этом десятки тысяч людей гибнут. А вот здесь, по контрасту, я бы отметил интервью, которое дал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Он дал интервью изданию «Экономист». И вы знаете, в этом интервью он очень артикулирован. Он, главное, что ты видишь за всем за этим не только главнокомандующего, но, видимо, он становится все более и более легендарным человеком в Украине. К нему относятся с какой-то всенародной такой любовью. Если есть претензии, допустим, к президенту Украины, к Зеленскому, то, мне кажется, Залужного сегодня в Украине любят все. И вот ты видишь за всем этим, за всеми этими словами, во-первых, это логика. За всеми этими словами стоит человек, со всеми его проблемами, с тем, что он сегодня переживает. Он говорит, одно дело, я все изучал в академиях, вот, везде был отличником, а другое дело, это реальная война, когда за моими приказами стоят действия людей, которые погибают, но они отстаивают нашу свободу и так далее. Ты за всем за этим видишь человека с его проблемами. Ты за всем за этим видишь человека, который знает свои цели и их добивается, у которого есть план, как сопротивляться вот этому нашествию. Я еще раз говорю, по контрасту со всей ахинеей, которую вот этой ахинею, которую несет российский президент. Алексей, ваш взгляд, ваш комментарий по поводу этого интервью. Мне кажется, оно очень и очень значительное и знаковое. Да, Залужный для украинцев воплощает такую уверенную силу, да, вот, спокойную уверенную силу. Это, в общем, то ощущение, которое сейчас крайне необходимо, и его действия, его слова, и результаты его деятельности, его работы, вот, они, конечно, вселяют уверенность, да, вот, добавляют спокойствие, понимание, что у всего этого есть смысл, что есть у людей цель, и эти люди могут этой цели добиться. Поэтому, конечно, интервью очень мощное, и вообще не так часто Залужный появляется в каком-то публичном, медийном пространстве, но каждое его появление – это такой мощный стимул для всего народа, да, добавляющий понимание, что лишения эти можно пережить, все это не напрасно, все эти усилия. Поэтому, конечно, да. Что касается Путина и его попыток понять, почему он это говорит? У нас давно сложилось ощущение, что Путин сознательно врет. Просто говорит то, что нужно сказать, не особо задумываясь. Так это, не так это. Это ориентировано больше на какую-то внутреннюю аудиторию, далекую от темы, на которой он говорит. Просто вот создать вот эти ощущения, что да мы все можем, хотя, ну, действительно, это не просто вранье. Тут есть, конечно, контраст. Вот этот контраст, он чувствуется контраст того, как ведут себя и что делают украинские власти и российские, конечно, он огромный, да. Ну, кстати, Иван, вот когда я читал это интервью, я думаю, что вы тоже его читали, я не уверен, что в России вообще знают об этом интервью, которое сдал Залужный, но вот у меня осталось ощущение, во-первых, человек говорит очень откровенно, я еще раз говорю, он очень артикулированный, то есть он знает, что сказать, он знает, зачем это нужно будет читателю услышать, и в данном случае вот сама по себе лексика,
вообще весь регистр его речи, он, вот у меня как-то сложилось впечатление, что особенно в той части, когда он говорит о том, что все равно Россия нападет, пойдет в сторону Киева. То есть еще будет одна атака на столицу Украины, та не удалась, а они будут, вот, будут клевать, как орел печень, да, Прометея. И в принципе, он говорит, если не в январе, то в конце весны. И вот здесь у меня осталось такое впечатление, что он говорит о том, что вот пьют нашу кровь. Ну, а кто пьет кровь? Там, от комара до вампира. Вот пока мы этот осиновый кол не вставим этому вампиру, не вонзим ему в грудь, вот, он будет пить нашу кровь. Нужно просто... Он об этом говорит. Он говорит, что мы должны понимать, что врага нужно уничтожать. Я, как генерал, понимаю это прежде всего. Иван. Ну, во-первых, я замечу, что интервью-то у нас все-таки на него внимание обратили. Но это вот в точности то, о чем мы с вами несколько дней назад говорили, а именно, что в российской прессе очень вольно обходятся с интервью или со статьями и выдергивают одну фразу и начинают к ней цепляться. То есть, если вы помните это интервью, то Залужный говорил о русских, российских командующих и назвал их таким... Там про Суровикина, про того же, да, такой тип держиморды, который восходит там еще к петровским временам. Ты, тираническое управление армией, тебе приказали, ты делаешь, да, возьми лопату и копай, а что копать, неважно, возьми и копай. И что пишет наша пресса? Что оказывается, Залужный восхищается российскими генералами, и пишут, что они прямые наследники Петра Первого. Я не выдумываю. Это, вы можете это найти в заголовках там, Яндекса какого-нибудь. Поищите, если кому-то хочется. Я думаю, за эти несколько дней еще это можно найти. То есть, вот, если верить прессе российской, то в этом интервью Залужный восхищался российским командованием. Вот так. А если уже серьезно говорить об интервью, то действительно Залужный себя показал примером такого военного интеллектуала. Это то, что весьма распространено в западной военной культуре. И то, что уже абсолютно забыто в культуре военной российской. Если вообще о какой-то культуре можно говорить в российской армии последних годах. И он совершенно верно, как вы уже сказали, четко формулирует свои идеи, показывает свое знание не только военных, но и политических и всех прочих вопросов. Но, с другой стороны, именно поэтому... это его интервью, оно ведь своего рода тоже элемент войны и войны психологической. Потому что ему важно не только рассказать о ситуации, сколько создать у западного читателя и у западных политиков, которые экономисты читают это авторитетное издание, представление о том, что здесь происходит и что они должны сделать. И заодно, по возможности, подтолкнуть российскую власть к не слишком разумным действиям. Потому что, опять цитирую наших, с позволения сказать, журналистов, вот они пишут, что Залужный восхищается гениальным ходом с мобилизацией. Что мобилизация сработала и помогла российской армии. То, что говорит Залужный мобилизации, там, да, тоже много разумного, но меня вот не покидает такое ощущение, что он тоже подталкивает российскую власть вот к ускорению этой, к второй волне, потому что она может вызвать в России уже большее неудовольствие, большее негодование и так далее, и так далее, и так далее. То есть интервью замечательное, действительно, как образец воздействия, в хорошем смысле слова, на западного читателя, и как такое умелое провоцирование, если угодно даже троллинг, говоря современным языком, российских властей –
Поэтому Залужному поклон, конечно. То есть вы хотите сказать, что в любом случае в Кремле не могли не обратить внимание на это интервью? О нем очень много, кстати, говорят в англоязычной прессе, в средствах массовой информации. Что касается, кстати, того, что мобилизация – это просто гениальный ход. Залужный очень… Кстати, он ничего не приукрашивает, он не занимается шапкозакидательством, то, что называется. Он говорит о том, что мобилизация, она… Нельзя сбрасывать со счетов, что… Когда там призвали на фронт 300 тысяч, он говорит о том, что потенциально могут призвать 1 200 000 вот этих чмобиков, да, частично мобилизованных. Он говорит, нельзя сбрасывать их со счетов. Да, это, ну, низкого качества солдаты, но здесь мы должны говорить о количестве. Вот количество, оно, надо с этим что-то делать. Это, говорит, такой ход, который приводит к тому, что у Украины огромные с этим проблемы. Он не сбрасывает это со счетов, он не говорит, ну, что там они вообще там какие-то, или это зэки какие-то, или это люди, которые там с одышкой, они в атаку пойти не могут. Он говорит, что когда 300 тысяч человек, это проблема. Кстати, Алексей, какие бы вы выделили вот в этом интервью, а почему на нем останавливаю свое внимание, поскольку то, что, во-первых, говорит Иван, очень важно. Это интервью, оно рассчитано на то, что его будут читать в определенных кремлевских кругах, и оно может иметь последствия в этом плане как раз. И на него очень много обращают сегодня внимание, именно потому, что там сказано не только о нынешней ситуации, но и какие-то даны перспективы. В частности, допустим, и наступление на Киев, и возможности наступления на Крым, когда он говорит, ну а что там, от Мариуполя 80 километров до Мариуполя, мы захватываем его, мы оказываемся хозяевами этого важнейшего узла, а там прямая дорога на Крым. То есть, видимо, в планах генералитета украинского это не исключено, освобождение Крыма, ну и так далее. И вот он говорит о мобилизации в Украине, кстати, и в России. Вот какие бы вы выделили такие основные моменты? Ну, у нас в первую очередь обратили внимание, конечно, на его прогноз о возможном новом наступлении, большом наступлении российской армии, возможном наступлении на Киев, 200-300-тысячной группировки. То есть обратили в первую очередь внимание на это, потому что, ну, разумеется, так или иначе все ждут окончания войны. Понятно, что это, такой прогноз, он говорит о том, что война продлится не считанные месяцы, да, а какой-то все-таки большой промежуток времени еще впереди у нас. И вот этот его прогноз выделили все. Но в то же время как-то основной такой градус был, ну что ж, от Залужного, в общем, полезно услышать и не самую оптимистичную, но реальную информацию, потому что ясно, что люди это знают, к этому готовятся, но если так, значит, все это не произойдет неожиданно, все это будет встречено достойно, вот, и это уже в свою очередь внушало какую-то такую надежду и уверенность. А что касается дальнейших наступлений украинской армии, конечно, их ждут, и, судя по всему, одно из них готовится, это ждут похолодания, и, видимо, что-то будет. Ну и разговор о Крыме в этом контексте, конечно, не случайен. По крайней мере, направление, ну так, прогнозируют наши домашние эксперты, да, направление будет какое-то вот такое. Ну, кстати, он сказал, он же человек конкретный в немалой степени. Он говорит, для того, чтобы мне воевать с Россией успешно, мне нужно, и там потом перечень, там, 300 танков, да, 500 гаубиц, там, и так далее. Да. Да, он прямо говорит, для победы над Россией нужно, и там вот существует ряд каких-то цифр. Вот, он их называет. А, друзья, мы должны прерваться на техническую паузу. Пожалуйста, не уходите. Буквально через несколько секунд мы вернемся в программу.